Делегация общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской республики посетила национальную телерадиокомпанию Узбекистана. По итогам встречи переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве. Как правило, такие встречи начинаются непосредственно с беседы с руководством компании. В ходе состоявшегося диалога гости выразили заинтересованность в изучении становления телерадиовещания Узбекистана, опыта страны в данной сфере. Непосредственное знакомство началось с посещения музея, который раскрывает всю историю развития телерадиовещания. Кстати, здесь уместно отметить, что именно Ташкент по праву считается родиной телевидения. Здесь был создан первый работающий прообраз электронного телевизора и осуществили первую электронную телепередачу. Сегодня это изобретение, появившаяся еще в 1925-м, без преувеличения завоевала весь мир. На сегодняшний день национальная телерадиокомпания Узбекистана обладает самым современным телерадиооборудованием и техникой. К примеру, большой интерес вызвала у коллег виртуальная студия, возможности которой безграничны, как безгранична человеческая фантазия. Здесь декорации могут мгновенно меняться даже в прямом эфире. Сейчас идет активное изучение этих технологий. Ее использование очень оживит программы и передачи. Познакомились и с кухней радиоканала «Узбекистан 24. Стали участниками съемочного процесса телепрограммы и сериалов. Кстати, в павильоне медиацентра выстроена сложная конструкция декораций для съемок телесериалов. Интересовались гости прямыми подключениями с мест событий, возможностями студии информационного вещания «Узбекистан-24». Увидев вот ваше техническое оснащение, вашу готовность к переходу вот новым цифровым технологиям, новым цифровым вызовам, я только радуюсь. Знаете, ну, просто восхищаюсь. Вот даже вот та студия, которая сейчас сзади меня. Я много студий в мире видел. Она одна из самых лучших в мире, не говоря про Центральную Азию. И вот я также пригласил вот делегацию с узбекского телевидения в Кыргызскую республику посетить наше телевидение, посмотреть. И кроме этого, мы уже договорились о том, что у нас съемочные группы будут, обмен съемочными группами, медиатур наших операторов, нашей съемочной группы в Узбекистан и медиатур узбекских съемочных групп в Кыргызстан. Чтобы закрепить договоренности о сотрудничестве, во второй половине дня стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области телерадиовещания. Мероприятие было организовано по случаю 25-летия установления дипломатических связей между двумя странами. То, что сегодня именно в этот день подписывается такое соглашение между, наверное, рупорами общества, рупорами информационного такого характера, как национальными телерадиокомпаниями Кыргызстана и Узбекистана, это очень символично. Это очень символично. Я думаю, это еще одна новая страница в наших двусторонних отношениях. В рамках этого меморандума мы запланированы огромная работа. В первую очередь это обмен телепрограммами, это обмен кадрами по повышению квалификации, это также совместное производство, это возможное обучение технических и творческих сотрудников. Ну, то есть мы в рамках этого меморандума будем активно теперь сотрудничать с нашими коллегами из Киргизии. Меморандум подписан, намечены перспективы и проекты, реализация которых будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений, говорили дипломаты в ходе ивента. Подчеркнули еще один ключевой фактор сотрудничества – взаимную заинтересованность.